Школы округа прошли приемку и готовы встречать детей. За лето в них сделали косметический ремонт, проверили оборудование в пищеблоках, докупили мебель. Акты готовности учреждений подписаны. Осталось завершить работы в здании 14-й школы, которая находится на капитальном ремонте. А так все здания готовы к приему детей. Коррективы пришлось внести в подготовку к учебному году школ номер 19 и 21. Вот так выглядел фасад 21-й школы, что на Северном поселке еще 2 недели назад. Школа находится недалеко от завода «ЗОМС», на территории которого 9 числа произошел взрыв. Было разбито 20 стеклопакетов, еще в 23 окнах была испорчена фурнитура, створки, откосы. Сейчас директор школы Елена Бухарова показывает главе округа Дмитрию Акулову результат ремонта. По поручению губернатора Андрея Воробьева, который во время визита в наш город пообщался с директорами 2 школ, эти работы были проведены в кратчайшие сроки. На сегодняшний день все стеклопакеты заменены, фурнитуру сегодня закончили менять, откосы установили, ну и на сегодняшний день готовность на 97% точно. 21-я школа ждет ребят. 1 сентября сюда придут учиться 1586 детей. К началу учебного года сделали ремонт в рекреациях, коридорах, заменили светильники. В некоторых классах закупили парты. Эта школа последняя в округе со 2-й сменой, но уже скоро, с окончанием строительства новой школы на Зубачевом поле, эта проблема исчезнет. Татьяна Колганова, Евгений Николаев, Вячеслав Шумов. Программа «События».